Готовы первые копии порогов Noblesse на Honda Fit. Кузов ГД, выполнен из стеклопластика. В данном случае в белом гелькауте под покраску. Выполнен они из эластичной смолы. Сейчас попробую показать. Так, тут у нас 0 градусов. 180. И они дальше еще могут гнуться. Им ничего не делается, ничего не происходит. Возвращается в исходную форму. Ну, не могу сказать, что мы их всегда будем делать из этой смолы, но именно эти сделаны из этой смолы. Она просто чуть дороже. То есть под определенные нужды можем сделать. Так, пороги стоить будет 3,5 за комплект.